согласилась, потому что это, ну, это очень мое. Я в принципе очень люблю детей. И думаю, ну, наверное, если кто-то должен быть рядом с ними, то я постараюсь быть тем человеком, который им поможет. Дмитрий высокий профессионал, он мне, в принципе, помогает, настраивает меня, объясняет мне, так, что такое шоу-бизнес. Потому что я часто расстраиваюсь, когда долго кто-то не нажимает кнопку. Конечно, он говорит, это нормально, это все для того, чтобы был правильный накал энергии. Для меня, в принципе, дети – это совсем не чужое. Я все-таки, у меня своих трое, и у меня детский фонд, который называется «Обнаженные сердца», поэтому я с детьми сталкиваюсь часто. Но обычно это все-таки не в такой стрессовой ситуации, поэтому очень критично к себе отношусь, очень, очень стараюсь для них. Я очень переживаю за каждого ребенка, когда я особенно отправляю их на сцену, чтобы что-то такое сказать им, чтобы помочь, а не наоборот. Ну, не знаю. Надеюсь, что получается. Только они могут мне, на самом деле, сказать, ответить на этот вопрос. Но я очень за них болею, за всех. Если ребенок очень уверен в себе, то он может сам рассказать, как он себя чувствует, и просто наводящие какие-то вопросы ему даю, дать ему возможность высказаться и вот именно почувствовать такую силу, и что он под контролем. А иногда приходится вот именно с детьми им говорить, их вытаскивать из состояния, где они такие все забитые, нервничают.